Часто советы помогают. На прошлый вебинар я вам просто от всего сердца искренне пожелал всего наилучшего. На этой неделе жене предложили работу, не могла устроиться 2 года. Мне наконец-то повысили пенсию и многие другие приятных мелочи. Это не случайно. Спасибо вам большое. Очень хорошо желать чего-то хорошего, хорошему и очень обеспеченному человеку. Почему? Энергия. Так работает энергия. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще повернется.